Вы знаете, обычно такие видео записывают сразу по приезду в Канаду, сколько нужно денег на переезд. Я здесь в Канаде 4 года, мы приехали сразу вместе с семьей. Это будет интересно для тех, кто собирается сразу вместе эмигрировать с семьей. И верите, у меня здесь произошел недавно разговор с другом, когда мы что-то вспоминали, как все это было, мы вместе приехали в один день. И он, то, что я считал и делал правильным, он как бы более обеспеченный, и он говорит, что ты поступил неответственно по отношению к своей семье, когда приезжал с таким количеством денег. Я его не осуждаю, абсолютно нет. Я к тому, что насколько отличаются точки зрения. Более того, повторюсь, я здесь 4 года, и поэтому мое отношение к жизни и к деньгам, конечно, существенно поменялось. И это тоже будет важно в третьем пункте. В каком еще третьем пункте? Первый пункт будет, я вам расскажу, как люди относятся к деньгам еще до приезда. Это очевидно, тем не менее. Второй пункт, я расскажу, сколько было у меня и у моей семьи конкретно денег, когда мы сюда приехали, сколько у нас осталось и что мы купили. Третий пункт, я расскажу, как вам для себя лично определить еще до приезда, сколько вам нужно денег. Перечисляю деньги с Transfergo лично и очень рекомендую вам. Главный офис Великобритании. Быстро, безопасно, надежно. Смешная комиссия. Внимание, теперь первый перевод по ссылке не просто абсолютно бесплатный. Вы получите 10 английских фунтов на свой банковский счет. Первое, сразу как обещал, откуда вообще взялась идея записать это спустя 4 года? Во-первых, повторюсь, отношение к деньгам немножко другое. Мы разговаривали с другом недавно, у нас приехало 4 человека. У всех, слава богу, все хорошо. И у нас там друг один остался в Виннипеге, один из четверых только. И он открыл там бизнес, все у него хорошо, и мы как-то разговаривали. Он вложил много денег в бизнес, он до этого хорошо зарабатывал, как бы вот от этого пошел разговор. Говорю, ну да, как бы понятно, старт, ему никто эти деньги не подарил. Он говорит, ну а ты приехал, сколько у тебя было? Я ему сказал, да, это дойдет до второй части сейчас. И он говорит, ну а как ты с такими деньгами ехал? Понимаете? Я да, сейчас скажу, это было 15 тысяч американских долларов 4 года назад, в 2017 году. Вы понимаете, для него это даже вообще как бы не деньги. Сейчас я его понимаю, честно, это не то, что не деньги, но с такими деньгами я бы уже не поехал в эмиграцию. Но все познается в сравнении, это самое главное. И вот его слова были, что ты неответственно подошел, ты подверг риску свою семью, что если бы у тебя закончились деньги. Я вам тут скажу, что если бы закончились, пришлось бы там продавать квартиру, например, в Киеве, да, и тратить здесь или брать билеты, уезжать назад. Также, кстати, не рассчитывайте на кредитку, если вы рассчитываете по приезду. Об этом я тоже скажу, почему. Тут нужно еще обратить внимание, что через иммиграцию по провинциальным программам есть требования на официальных сайтах, и они очень сильно заточены на минимальном. Еще важно добавить, даже перед вторым пунктом, я это затрону обязательно, но вдруг у кого не хватит терпения, ребят, цены поменялись, очень поменялись. Инфляция, ужас, подорожало все, абсолютно все подорожало. Но для вас это будет более важно, потому что подорожались очень сильно дома, ну недвижимость в целом. И естественно от этого, это самая большая затрата, наверное, у всех, недвижимость. Поэтому она очень сильно подорожала. Едем дальше. Пункт номер 2. Сколько у меня было денег? Как вы уже слышали, 15 тысяч американских долларов. Я приезжал сразу с семьей, жена и двое деток. Тогда это было моей девочке Маше был годик, Димону сыну было 5. Почти 6, тем не менее. Так, чтобы вы примерно опять понимали. 15 тысяч американских долларов, скажем грубо, это где-то там 20 тысяч канадских долларов. Приблизительно так. Что нужно сразу вам делать по приезду? В принципе, у вас будет куча дел. И это мы затронем обязательно в третьем пункте, как вам просчитать, сколько вам конкретно нужен денег. Но сразу скажу, обязательно нужна машина, то есть в эти деньги уже входит машина. Я купил тогда, можете посмотреть видео, оставлю ссылку, какую машину вы можете купить, вот как она была у меня. Это был 17-й год, мы купили 8-го года Dodge, как он там, Caliber. Это был максимальной комплектации, кожа, рожа, автомат, там все, что можно придумать, только в нем полный привод. И это стоило здесь дешевле, чем я продал свой Ланос в Украине. Чтобы вы немножко понимали, да? Как бы, хотя Ланос у меня тоже был 2007 года, даже на год старей. Я на нем, кстати, на этом Dodge проездил 2 года, никаких проблем с ним не было. Но потом его списали.
Итак, ребят, первая, самая большая статья расходов – машина, потому что мы решили не оформлять никакой кредит, кто его знает, что она вообще будет, и мы взяли ее просто за наличку, повторюсь, да, дешевле, чем продали Ланос там. Вторая – это рент. Обычно требует первый и последний месяц, то есть, если рент, скажем, 1500, то вам как минимум 3000 нужно сразу внести, чтобы заехать. И еще часто требует security deposit, такой как полмесяца. То есть, скажем, 3-4 тысячи вам нужно заплатить. Это как бы ваши деньги, они никуда не денутся, вам где-то нужно жить все равно. Но эти деньги вы должны заплатить. Здесь я скажу, как у меня было, и мы искали дешевый рент, но в хорошем районе. Тогда у нас были там друзья, и он мне подсказал, мы заселились на Airbnb на 2 недели, и я ходил и уговаривал менеджера заселить нас, потому что одна квартира освобождалась на следующий месяц. Я ее каждый день просил, ходил реально каждый день для того, чтобы она попросила, и нам сделали косметический ремонт в том доме, они делали всегда. О нем тоже есть видео, тоже попробую оставить ссылку, если кто едет в Виннипег. Вполне хороший дом, хороший менеджер. И была хорошая цена на однобедрумную. Спустя год мы уже переехали в двухбедрумную. Это по нашим, да, однобедрум это 2 комнаты, двухбедрум это 3-комнатная квартира. Тем не менее, даже так мы сразу приехали в однобедрумную квартиру. Потому что, во-первых, повторюсь, дети маленькие, во-вторых, это было экономнее. И в-третьих, я работал дальнобойщиком на Калифорнию. То есть я уезжал, и это было минимум неделя. Зачем им 3 комнаты, где жена все равно с маленькими детьми, непонятно. То есть все от того, что вам нужно будет, если у вас ограниченные средства, конечно же, экономить. Потому что я знаю людей, кто приезжал сразу, селились в дома, и это абсолютно в этом ничего плохого нет, просто я себе на тот момент не мог этого позволить. И я до сих пор убежден, что я правильно делал. Я лучше поскромнее поживу на ренте, но потом смогу купить себе недвижимость. Чем люди, многие живут на ренте дольше и потом не могут купить себе недвижимость, потому что они переплачивали постоянно за удобство, пока жили на ренте. После того, как у вас есть жилье и у вас есть машина, для вас будет самая большая статья расходов – это еда. Вообще, за еду я расскажу в третьей части, да, как я и говорил, сколько вам нужно рассчитывать питаться, сколько вам нужно будет денег, как это все узнать. Тем не менее, я могу сказать, что у нас тогда уходило первые месяцы очень мало денег на еду, потому что мы экономили. Мы экономили практически на всем, мы скуплялись по цене. Я не говорю, что здесь самые ужасные какие-то, самая ужасная еда, самая дешевая. Тем не менее, я вот так вот говорю вам, как есть. Мы заходили и смотрели, если, скажем, там, покупать хлеб, то смотрели по цене. Если покупать яблоки, то по цене. И, там, мясо старались брать только по акциям. И все. Мы тогда скуплялись, жили возле суперстора. И мы не знали, что он один из, как бы, ну, дороже магазин, чем разная фрешка или какие там им подобные фудбейсики. И все время скуплялись в суперсторе. И тогда на еду у нас уходило, я вам могу сказать, где-то 600-800 долларов в месяц. Честно сказать, меня сейчас спросить, как на эти деньги можно пропитаться, я не знаю. Я не знаю, поэтому не спрашивайте, что тогда было, это были скромные такие обеды. Сейчас, да, вдруг кто спросит, сейчас, я думаю, около 1500 у нас уходит, то есть больше, чем в 2 раза. Но если сейчас у меня, скажем, из холодильника не выходит, даже не буду говорить, что, в общем, хорошая, классная там еда, то раньше, знаете, можно было там позволить себе какое-то раз 5-летку. Почему так было? Потому что я приехал и я учился долго на права. Я не знал, когда я буду зарабатывать. Если бы я знал, вот у меня есть 20 тысяч канадских баксов, я их сейчас быстренько потрачу и быстренько получу зарплату. Такого не было. Нас привезли и нам не давали выехать 3 месяца практически, потому что они рассчитывали, что ребята перед нами получат, ну, это как компания, да, через нее, грубо говоря, делают люди иммиграцию, работаешь, получаешь документы, уезжаешь. И они нас позвали, а те не получили документы, у них, собственно, не было траков нам дать. Я ждал, просто ходил, делал этот притрип только 3 месяца. Кто не знает, о чем это, забейте. Просто через 3 месяца я только получил первую зарплату. Итак, не буду долго о себе, потому что прошло, как я говорю, 4 года. И самое важное для людей, которые действительно собираются эмигрировать в Канаду, это все-таки сколько вам нужно потратить денег. Поэтому скажу в завершение, что на момент получения первой зарплаты, то есть когда начал поступать какой-то доход, у меня оставалось 3000 долларов. Я сейчас не помню, канадских или американских. То есть по факту на 1 месяц жилья оставалось. Извиняюсь опять, но перед переходом к третьему пункту, сколько вам нужно денег, про запас хочу сказать, что у меня еще была кредитка.
тут же я могу порекомендовать. Ничего мне хорошего не сделал, просто они идут навстречу новоприбывшим. Это банк CIBC, потому что RBC вам хочет дать сначала бумажную карту такую, и вы с ней не можете ни права получить, ничего, я имею в виду, кредит-карту. Без нее вы здесь ничего не можете сделать. А CIBC мне дал сразу. Единственный момент, не обращайтесь, ну, по крайней мере, у меня так было, к нашим землякам. Давайте так, я тогда скажу, не обращайтесь, украинцы, к украинцам здесь, которые бы вам помогли. У меня и у моего знакомого было так, что мы обратились к украиноговорящему специалисту здесь, и она нам обоим дала $500 кредитный лимит на карте. $500. Тем ребятам, которым я не успел ее порекомендовать на тот момент, они сразу дали одному 1500, одному 2500 кредитный лимит. Без, у вас ничего не спрашивают, сколько у вас денег, значит, ничего. Просто пришел, здрасте, я Вася, хочу открыть счет в банке. Хорошо, сколько вы мне дадите кредита? 1500, там 2, 2500. Это не важно. Самое главное, да, не ищите никаких знакомств. Просто идите, открывайте в любом банке. Ну, я бы открыл CIBC, но я имею в виду в любом банке, на своем плохом или каком есть английском. Это вам, кстати, и поможет лучше адаптироваться. Поэтому у вас тоже будет какой-то кредитный лимит, и вы сразу начнете строить свою кредитную историю. Не хотел долго наговаривать, наверное, все равно долго получилось. Давайте третий пункт. Как вам узнать, сколько вам нужно денег в эмиграцию? Я вам дам, ребят, полезные советы. Первое. Решите, какая у вас будет машина, в каком районе вы будете жить, максимум за какие деньги, и не двигайте этот лимит еще до отъезда. Второе. Не спрашивайте совета в канадских группах или у людей, которые живут в Канаде. Не спрашивайте, тоже сейчас скажу почему, потому что, повторюсь, спустя 4 года, если бы меня сейчас спросили, да, купить там машину, сколько там было, 160 или 180 тысяч пробега, 10-летнюю, я бы сказал, слушай, давай не этот. Ну, то есть это как бы ведро, и я знаю, не обижайтесь на них, кто там в Украине ездит или в Польше, на 10-летние машины покупают, думаю, там джекпот. Здесь это ведро, на самом деле, если вы берете 10-летнюю машину, еще и американскую, ну, знаю, чинить ее очень дорого, либо будете тратить время свое ее постоянно чинить, либо будете что-то, это опять же повторю, говорю вам, я сейчас по приезду, я поехал, взял ее, 2 года отъездил практически без проблем, один раз была маленькая проблемка, за 75 баксов мне ее починили, все, поэтому я и говорю, не спрашивайте ни у кого совета, потому что сейчас я считаю, если вы как уж то дожали машину до 10 лет, все, это дальше это хлам, 3, 5, 7, 10 самый потолок. Поэтому, если вы со мной не согласны, то опять же не спрашивайте, вам здесь все будут говорить то же самое. Возьми в лиз, возьми в файнансинг и так далее, и так далее. Решите сразу до приезда. Потому что отношение к деньгам меняется как бы по обе стороны земного шара. Рент. Почему говорю решите сразу? Решите, если вы можете арендовать что угодно, понятно, арендуйте, вам мой совет не нужен. Если у вас напряг по деньгам, ищите апартаменты, квартиры. Это самый дешевый вариант все-таки жилья. Понятно, есть еще комнаты, но если вы с семьей, то вам это не подходит. Если вы один, то я бы серьезно снял бы комнату вообще без проблем. Сколько 500 баксов, наверное, в любом городе можно снять комнату. Если вы с семьей, выбирайте район, выбирайте возле хорошей школы. Это очень важно, ребят. Мы хоть и не США, США это еще важнее. Но у нас очень важен район, поскольку один и тот же город, разные районы, это просто как небо и земля. Выбирайте школу хорошую и выбирайте возле нее рент. Вы можете проверять на разных сайтах, все понаходите. Начните гуглить, понаходите, относитесь ли вы к этой школе или не находитесь, или не относитесь. Еще раз подводим итоги. Сразу вы определитесь дома, какую вы выберете машину. Сайты в помощь вам автотрейдер.ca или kijiji.ca. Ну, .k, да, как бы CA. И на этих сайтах вы можете посмотреть цены на машины, год, все параметры выставляете, смотрите и примерно рассчитываете, какую машину вы будете покупать. Я еще вам дам один совет. Как бы, если вы спросите совета у кого-то там из наших говорящих, скажем, да, очень многие, 90% зависят от чужого мнения. Я себя к ним не отношу, честное слово. И если вы спросите совета, то вам скажут, это Lexus, Beha, там, что-то вот такое, чтобы кто-то вот такой был крутой. Пусть она будет 10-летняя, но зато это Lexus, это там супер. По мне, так во взять лучше 7-летнюю, 3-5-летнюю какую-нибудь Honda Fit, Toyota Corolla или тот же Dodge Caliber, неважно что. И, но чтобы он был поновей.
мое мнение, чтобы вы не думали поначалу еще о том, что вам нужно чинить машину. Когда будете выбирать машину, торгуйтесь. Если это дилершип, и даже не дилершип, я скинул с 6 500 долларов плюс налоги за мою машину хотели. А налоги, между прочим, 13%, то есть еще там чуть ли не 1000, да, 7 500. Я скинул до 5 вместе с налогами. Вот так, просто-напросто торгуйтесь. И когда вам дают уже крайнюю цену, делайте вид, что вы уходите. Если вас не останавливают, значит, это крайняя цена. Выберите машину, выберите квартиру. Вы можете это заранее все посмотреть, выбрать. Сейчас самолетики летят здесь. Сейчас будут мешать своим звуком. Блин. Давайте дальше. Квартиру вы выбрали, машину вы выбрали, там школу здесь, слава богу, ничего не нужно, ни ручки, ни тетрадки, ни линейки. Вам еще и дадут там футболку, дадут какую-то, там дневник, дадут что-нибудь. Вам, в общем, еще и дадут все. Не нужно на шторки завать, на занавески. Поэтому за это не парьтесь. Одежда тоже не нужно ее покупать. Вам сначала хватит того, что вы привезете. Еда. Еда, я бы советовал, сейчас разные есть, конечно, магазины, но зайдите, скажем, в Walmart. Оно будет копейками отличаться друг от друга. Зайдите на сайт, опять же, walmart.ca и в корзину откладывайте то, что вам, скажем, вы дома покупаете на неделю. Лук, там, чеснок, я не знаю, яблоки, картошка, мясо. Что вы покупаете, вы все это можете отложить в корзину. Сделайте себе такой, как бы, запас на неделю. Я даже вообще, да, тут не имеет смысла говорить, что вы будете выбирать. Почему я и сказал вам, откройте онлайн-супермаркет, и из него вы сможете выбрать себе на неделю, накидайте корзину продуктов. Таким образом вы поймете, сколько вам нужно в неделю тратить на еду, и от этого вы будете отталкиваться, и все. Если вам нужен дополнительный алкоголь или сигареты, то, конечно же, считайте, это здесь дорого. Поэтому, если вы курите или прям закладываете, то здесь надо будет еще дополнительные растрат. Что вы можете, ребят, не узнать из того, что вы видите, кроме машины, квартиры, еды? Это вы можете не видеть еще телефонная связь, достаточно дорогая, страховки на машину, там, на жизнь, если у вас дополнительно вам нужно даже платить, часто даже работа, если вам платят, вы все равно часть платите. Мне работа не платит, я сам себе плачу. То есть это разные страховки, это телефонная связь, да, это автомобильная страховка. Если вы поначалу в Онтарио, где-то в Торонто особенно, и у вас нет опыта местного, либо вы не сможете его доказать. Об этом я тоже делал видео. Кто хочет, заходите на мой канал и прям по тегам ищите. То есть страховка, написали в поиске, это вам покажет, как, что я доказывал, чтобы была дешевле страховка. Если у вас этого нет, страховка будет заоблачная. Так же, как и права, если у вас или у вашей жены нет, я рекомендую сделать дома. Даже если вы их сделали прям буквально за день до отъезда, мы сделали за неделю до отъезда моей жене права. Она-то училась, сдала экзамен, но это было буквально за неделю до отъезда. И она приехала здесь, сразу получила полные права. Если у вас не будет прав на момент приезда, то тут градация идет. Сначала права учебные, только с вами ездить. В общем, это может быть очень неудобно, возить детей в школу, пока вы на работе, и так далее, и так далее. В общем, завершая, берите денег сколько считаете нужным, что вам понадобится, но на всякий случай имейте запас. Я бы сказал по-другому, берите как можно больше, но это будет не совсем правильно. Сколько бы ни взяли, вы можете сразу же их потратить. Понравится вам здесь, не понравится, это от многих факторов зависит. Есть люди, конечно же, которые возвращаются, они обычно вызывают такой прям вау, интерес, они там вернулись, вау. То есть никто не считает, что сотни тысяч сюда едут и остаются, а вот там вот Петя вернулся, вы видели, все, тут плохо, да. Это так. Поэтому даже если вы будете возвращаться, то все равно не тратьте все деньги. Я, например, честно вам сказать, что когда вот уже деньги подходили к концу, я понимал, что на крайний случай у меня два варианта. Либо я могу что-то продать в Украине и получить здесь денег, либо я могу позычить и потратить еще здесь денег, либо я могу просто взять на последние деньги билеты, развернуться и улететь в Украину. И вы знаете, даже в этом бы случае я бы не сказал, что я там что-то проиграл. Допустим, на тот момент я бы пожил 4 месяца в Канаде, я бы посмотрел, как это вообще работает, посмотрел бы Калифорнию, да, я туда ездил на работу, посмотрел бы, глянул, ну, не мое, окей, да, ну, что, можно сказать, что это что-то плохое? Нет, в любом случае, если вы приедете и вам не понравится, и вы экономно или разумно отнеслись к своим деньгам, это по мне, так это только шикарный опыт. Это просто прекрасный опыт, и это как... можете рассматривать это как путешествие.
Поэтому, кто задумывается, ехать или не ехать, я рекомендую ехать по причине, которую только что сказал. Что хуже стало, только сейчас это немало, это очень не очень немало, что изменилось. Сильно выросли цены на дома, соответственно, на рент. И сильно, ребят, сейчас во благо других идет просто такая вакханалия насчет уколов, прививок, всей этой вообще билиберды. Так что здесь практически вся Канада вакцинирована. Если вы к этому относитесь отрицательно, то я бы на вашем месте пересмотрел отношение свое до Канады, либо, в общем, почитайте, что здесь происходит, там у вас ряд прав будет отобран, отозван под патронатом спасения окружающих. И если вам это не нравится, то сейчас тоже стоит повременить, потому что ваша, как я говорил, отпуск, ваша такая цель может вам просто-напросто не понравиться, как только вы приедете. Тогда это будет просто глупая трата денег. Проведите онлайн такой ресерч. Кому интересно, вступайте в группу. Под каждым видео есть ссылка на мою группу в Фейсбуке. Задавайте там вопросы людям, кто здесь, кто думает, кто уехал, кто остался недовольный. Там разный народ, они вам ответят. Я подскажу тоже, что смогу. В общем, на сейчас все. Не хотел долго болтать. В общем, на этом все теперь точно. Не хотела долго болтать, но вижу, уже не получилось. Практически на полчаса наболтал. Что-то сейчас буду отсюда убирать. Ребят, если вам видео понравилось, нажимайте лайк, не стесняйтесь. Кому интересно, подписывайтесь на канал. А я, если вспомню что-то еще такое актуальное, я вам обязательно расскажу об этом. На сейчас все. Всем пока, удачи. Если у вас цель есть, двигайтесь к ней, не обращайте ни на что внимания.